это очень большая гордость для меня. Я преподаю студентам, нашим первым студентам, которые поступили в университет ТИМ, предмет экономика и математика. Мне этот предмет очень нравится, он очень близок ко мне, потому что у меня образование математическое, и всю жизнь я, в принципе, был активным, скажем, участником экономических отношений в качестве предпринимателя. И сегодня вот мы проходили теорию множеств. Что можно сказать вообще о предмете? Экономика на самом деле очень-очень точный предмет. И это наука. И в экономике мы изучаем действия и выбор, скажем, участников экономических отношений. И выбор этот рационален. То есть выбор люди делают, исходя из каких-то расчетов. Это, конечно, не означает, что люди всегда делают правильные выборы. За каждым выбором людей всегда находятся какие-то расчеты. И задача вот нашего курса – это объяснить, что все эти экономические, скажем, феномены имеют подчеркивающую математическую модель. И когда студенты будут понимать, какая математика работает за каждым, скажем, таким экономическим феноменом, то они будут понимать, что эти модели описываются математически и могут подлежать исследованию, потому что без математики экономика вряд ли можно назвать описательной или назвать ее точной, какой она является. И мы знаем, что законы экономики, они такие же непреложные, как законы природы. С одной лишь разницей, что узнавая экономические законы, операторы могут делать более осознанные шаги и выборы. Вот чему мы учим наших студентов. Достаточно часто преподавал в разных университетах с гостевыми лекциями и так далее. Во-первых, я должен подчеркнуть, что какие яркие у нас студенты. Вот серьезно, меня очень увлекает и энтузиазм, и любопытство, и сфокусированность наших студентов на предмете. Поэтому я на самом деле, мне доставляет очень высокое удовольствие преподавать здесь, потому что реально, когда ты преподаешь, и это так схватывается, и студенты так внимательно слушают и быстро реагируют, это всегда доставляет очень большое удовольствие. И для меня это одна из очень высоких точек каждой недели, когда я прихожу здесь и преподаю. И очень хочется надеяться, что дни, когда студенты посещают университет, для них тоже такие же яркие и впечатляющие, как и для меня. Спасибо.